Добрый день, уважаемые зрители. Подпишитесь, пожалуйста, на канал ТВ Маэстро. Сегодня мы на работе. Поставьте лайк, напишите комментарий. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе происходящего на канале. И, уважаемые подписчики, кто знает нашего космоса Валерия Аданькина, сегодня 40 дней ему, как его с нами нет, помянем. Сегодня мы вот на работе, сейчас у нас будет обед, посидим, подумаем о праздном. Всего хорошего, приятного просмотра. Ролик короткий, ребята, не обижайтесь, видел я ваши комментарии по этому поводу. Ну вот так, особо здесь снимать нечего, херачим, короче, херачим, работаем. Сегодня пятница, может быть, опять же, может быть, до 7 я работаю, до 19:00 по Москве. Дальше процедура по квартире. Вчера уже, сегодняшнюю ночь я уже ночевал в квартире, вот. И поэтому очень много там работы, поэтому времени катастрофически не хватает. Не знаю, это я по поводу прямого эфира, не знаю, будет сегодня или не будет прямой эфир, успею я, не успею, поэтому пока так. И ежик, тебе отдельная благодарность. Еж хотел задонатить 10 тысяч рублей для меня лично, вот. Но я как-то, я деньги эти взял, короче, но я ему сказал, и теперь говорю через канал, это будет долг, не могу я такие много денег брать в нужные цели, заработаю, сейчас вот вроде по работе у меня поперло денежка, заработаю, отдам. Спасибо огромное еще раз. Смотрим ролик. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас продвижение немножко в нашей нелегкой работе. Сегодня мы работаем. Короче, окна вставляем. Наша задача — демонтаж и подсобные работы. Сегодня ребят мы взяли Саню Бульбаша, но не тот, которого мы видим часто на экране, а нашего старого жителя Совка. Вот они сейчас, я выставляю стекла, они их сносят вниз. Сейчас пойдем посмотрим, чем они там занимаются. А я сейчас подвел электричество. Сейчас там запитают в подвале. Будем пилить болгарками металлового. Пойдем посмотрим, что там наше. А, и Димон. Димон и Саня Бульбаш, короче, сегодня на работе. Ну и я. Снял я квартирку. Как и говорил, на что и просил денег, уважаемые козлы-хейтеры, блядь. Вот, спасибо ребятам, что помогли. Про миру мир там, что-то, какую-то фигню, братан, про нас там сочинили, что мы там уже поругались. Не обращайте внимания, уважаемые подписчики, будут писать всем гадости, это ихняя задача, вот, разругать всех подписчиков наших. Будьте осторожны, создают ники. Вот. Миру, 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 миру. Может написать миру, мир. Вот так я имею в виду, что может произойти. Вот, соответственно, и могут написать люди, с которыми вы вроде бы нормально общались, а пишут интриги. Будьте осторожны, создают ники и так далее. Это просто такие гады. Эти лидеры и челупы. Так,
что еще хотел сказать? Ну, вроде бы пока все. Идем к пацанам. Цветочки тут. Вот ихняя задача. Мусор, весь металл, стекла. Все, короче, вниз. Подъезд. За день мы должны осилить. Вот они, стекла. Или сапед, сука. Сигнализации. Димка на работе. Санек нас не любит сниматься. Мы вот так его по шею снимем. Ой, три тетюшечки. Ёшкин Макарёшкин. И здесь они. Ну куда от них деться? Не знаю. Перекур, да? Ну а что, стекло все спустили, стекло все спущено, что там здесь? Все, да? Оставляйте. Теперь самое интересное. Металлолом. Пустит. Димон работает, хуярит, окна вставляет. Начальники злой, орет. Ремнем никто не пристегнулся. 9-й этаж. Техника безопасности на первом месте. Технику безопасности Димка знает, как свои три пальца, да, Диман? Стеклышки, моклышки. Металлолом возится. Все пилится. Диск сточился нахер. Надо поменять. Что получишь? Так, хейтеры. Зрачки быстро посмотрели. Вот рожу для вас специально намазал. От болгарки летит пыль. Для хейтеров специально намазал. Не работаю. Просто в подъезд зашел, рожу намазал. Так что это. Донатьте на мыло. Так, тут у нас все огорожено. Ну и вот такая вот фигнюшечка получается. Это у нас 7-й подъезд. Их всего 11. Работаем. Вот уже спиленные железяки. Стекла. Все вниз. Сейчас у нас обед. Димон, сегодня космосу 40 дней. Помянем пацана нашего. Да. Царство небесное. Так, пообедали. И вот тут такой маленькое западлицо. Разгрузить машину надо. Ребятки пошли разгружать. Ну а я продолжаю. Болгарочкой. Все волосы уже спалил. Телефон спалил, капли накапали. Блин. Ладно, идем.